Занавес открывается. Так называется студвесна сборной трех факультетов. Именно они завершают парад студвесен ЧГУ, а значит, у них было больше всего времени подготовиться. Будет ли их студвесна самой лучшей и что прячут за занавесом медики? Сегодня узнаем. Скрывается за занавесом? За занавесом? Там декорации. И что? Ну, декорации-то. Все. Что скрывается за занавесом? Каким занавесом? Ну, у вас занавес открывается, за занавесом что? Я. Что за занавес? Актерская игра. У вас все серьезные, философские, студвесны обычно. Почему? Почему вы не хотите веселиться и радоваться жить? Мы веселимся, просто это свой взгляд такой на веселье. Нравится вам депрессуха, да? Мы веселимся именно так. Ты знаешь, что в этом сезоне бантики не модно? А почему тогда у тебя на голове бантики? Нравится. Мне говорят, что так идет. Кто говорит? Врут они, врут. Нет. Не врут? Я по магазину ходила, мне сказали так же оставить. Ты будешь выходить танец живота танцевать? Нет. Нет? А что, такой талант не покажут всем зрителям? Вот мой дом. Вот твой дом? Ну, пошли в гости к тебе. Вот твой дом. Господи, боже мой, а где вход? Я залетаю туда. Залетаешь? Да. А ты откуда такой залетчик-то? Через трубу вон там. Залазю, а потом мы бежим. Тебе зачем в трубу залезать? Чтобы Бабу-Ягу довести до места назначения. Ты кто? Это... Ты что, избушка на курьих ножках? А ты там кто? Ну, я хозяин домика. Хозяин домика? Я вообще, честно говоря, не знала, что Баба-Яга с кем-то живет еще. Но ты новая какая-то. Никто не знает. Я поэтому скрытый человек. Вы меня снимаете, рассекретили. А тебе сколько лет? Нет, 26. То есть в 26 уже тянет на Бабу-Ягу, да? То есть как бы в 26 уже жизнь закончилась. Мне сказали, что ты живешь с мужчиной, так ли это? Да, я сижу на шее у мужчины, признаюсь честно. Слушай, мужчина молодой. Баба-Яга уже вроде старая, но ты, походу, какие-то масочки, ботокс ты делаешь. Действительно, масочки делаем, конечно же, молодимся, чтобы, соответственно, молодой-то мужчина не ушел. Скажи честно, ты, наверное, мужика-то заколдовала, раз рядом жар-птица ходит, а он с тобой живет. Конечно, вы видели его ноги? Ноги-то видели? Мы только живот видели. Слушай, Килечка. В томатном соусе? Килечка в томатном соусе. Это для особых встреч. Особых встреч с кем? Я, в общем, типа секретарша главного директора здания, и вот у него созрело свидание. И надо принести все самое вкусное. Там Кильку, получается, тебе же тащат, да? Получается, что мне? Давай рассказывай, с кем на свиданку собрался, что тебе Кильку несут. Ничего я не скажу. А жена знает, что на свидание собрался? Нет. Да хватит уже. Услушай-ка. А ты-то тут смотри-ка. Килечки-то, да? Да. Да? Это... Ты директор чего, напомни? Театр. Мы не видели тебя всего лишь 10 минут. Что с тобой случилось? Маски перестали работать. Мужчина ушел, все. А у тебя ус отклеился. А нет. Слушай, он в форме Бэтмена вообще. Этому городу нужен герой. Я просто фанат Бэтмена. Тебе усы-то зачем? Такие маканцы. Слушай, мягкие, мягкие на ощупь. Тебе усы зачем? Чтобы выглядеть сильно. То есть, это в каком году вот так вот выглядели? И тапочки, тапули. А почему у тебя на руке теховский треугольник? Это не теховский треугольник. А вот техи говорят, что это теховский треугольник. Это просто треугольник. Зачем тебе на руке просто треугольник? Не знаю, зачем мне на лице усы? Что делаешь на студии? Я чиновник. Ну, чиновник? Да. Взятки ты берешь? Нет, не беру. Ты точно чиновник? Какая твоя роль сегодня? Шутить будешь, что ли? Сегодня товарищ птица. Птица чей товарищ? А, товарищ, ну, что-нибудь, наверное, не знаю. У меня крылья красивые. Где? Они где-то там, ну, лежат. Ты вообще их видела? Ну да, мне показали. Ну, они сзади, правда, тяжело было смотреть. Ну, птицы же могут почти на 360 голову поворачивать. А ты можешь? Я не проверяла еще. Давай проверим, ты же птица. А надо, да? А ты какая птица? Я красивая.
Каждый факультет готовится к выходу на сцену по-своему. Например, Машфак раздает удары направо и налево, а вот сборная трех дружно лежит на полу. Ребят, что лежим? Мы заряжаемся сценой. Заряжаетесь сценой? А какой заряд-то от этого? Какой заряд у нас, ребята? Положительный, естественно. А почему только лежа? Так мы чтим всем телом. Площадь побольше, большая площадь. Ты давно лежишь? Нет, где-то час, да. И долго еще надо лежать? До начала. До начала, да, студ весны. Пупсики или медпупсики – так сами себя называют участники сборной трех. Наша съемочная группа пыталась выяснить, что же у них общего. Пупсики – это, как сказать, такое, ну, прикольное что-то такое, няшное. Вы прикольные и няшные, да? Да. А остальные факультеты какие? Давай подумай, смотри, какие техи? Ну, поприкольнее. ИГФ кто? Они веселые. ИГФ веселые, техи? А, техи, ну, они какие-то прям суровые такие. Юрфак. Даже не знаю, что сказать. Машфак. Машфак прикольный, веселый. Прикольные, веселые ГФ были. А, ну, они тоже, как сказать, как смесь. Тоже. Вы слышали, да? Машфак, вы смесь. Ты пупсик? Да, я медпупсик. Что значит медпупсик? Кто такой медпупсик? То есть это активист, актив, в активе работает. Почему пупсик-то? В активе разве пупсики работают? Ну, это просто наш образ только, название. Фишка такая. Ты стоишь? Поддерживаю друга, смотрю на него, вы берете интервью. Как? Все отлично. Хорошо говорит? Да, отлично. Все правильно сказал? Да, я полностью с ним согласен. Эти прозвища уже прочно закрепились за сборной трех. Так их называют и зрители, правда, не все. Такие пупсики. Здравствуйте, нет. Не знаешь? Нет. Медики себя так называют. А как думаешь, почему? Ну, потому что мы милые. Так ты медик? Да. Ты почему-то не знаешь? Ну, вот так. Я у всех спрашиваю, мне никто не отвечает на этот вопрос. Может, потому что они милые? Пупсики – это сборная трех. А почему они называют себя пупсиками? Наверное, они позиционируют себя как пупсики. Ну, вот ты хотел бы себя позиционировать как пупсик? Вообще нет. Я бы не хотел быть пупсиком. Итак, занавес, наконец, открылся, и все зрители шагнули в прошлое. На сцене Советский Союз, а главное действие разворачивается в небольшом областном театре. Здесь значимые события. Из Москвы приехал новый режиссер. Знаете, иногда кажется, что люди приходят в театр не для того, чтобы играть для зрителей, а для того, чтобы их фотографии печатали в Союз печати, и для того, чтобы поставить поближе к своему кумиру. Но и все-таки первый год в театре мы все идеалисты. Сборная трех факультетов в своих концертах очень любит затрагивать глубокие философские темы, наполнять драматизмом свою студвесну. Этот концерт не стал исключением. А вообще, зачем вам такие хитросплетения сложные? Почему нельзя сделать бабочки-цветочки, все счастливы, довольны? Ну, мы хотим сами так, хочется делать что-то трудное, мы вот много смотрим кино, много ходим в театры, и мы этому радуемся, мы подражаем это, нам это нравится, и мы не хотим делать, мы хотим быть похожими на настоящий театр, потому что мы любим это. Основной акцент медики сделали на сюжет концерта. Их студвесна больше похожа на театральную постановку. Но все же без танцев, песен и музыкальных групп студвесна просто немыслима. Можно искать и дождаться, можно простить и остаться, если любовь в сердце моем. Кстати, впервые в этом году на сцене жанр клоунада. Но, пожалуй, все же самый яркий номер медицинской студвесны – театр мод. Дуб не русалка хранит, а Горыныч с тремя головами, что над землями гордо парит, от недругов нас защищает. Почти
почти 2 часа концерта, и пупсики донесли до зрителей главную мысль своего выступления. Если очень верить и стараться, нет ничего невозможного. Все прошло очень замечательно, да, даже лучше, чем мы ожидали. Мы не ожидали, что так быстро бывает. Было просто наполнено такими эмоциями, незабываемыми просто. Просто самое главное, что мы все вместе одна команда, мы одна семья, правда, честно говоря. Пупсики. До сих пор нахожусь под впечатлением, ребята молодцы. Захватили довольно-таки такую сложную тему, и пока разобраться очень тяжело. Вот и все, все факультеты показали свои 100 звезд, а значит, осталось лишь выяснить, чей концерт жюри признает самым лучшим и кто же победит в этом году. Все это мы выясним уже в пятницу, до встречи на 100 весне.